Тигрице Глюкозе 11 лет. В Ивановском зоопарке она с годовалого возраста. Глядя на эту грациозную кошку, сложно поверить, что тигрица почти слепа. Ей в полгода была сделана операция на правом глазу. В этом случае у нее был удален полностью хрусталик. И, скорее всего, ветеринары решили, что одного глаза хватит. Но со временем из-за отсутствия хрусталика и из-за прогрессии болезни правый глаз полностью перестал видеть. Он затянулся пленкой, а на левом глазу начала развиваться катаракта. И в данный момент у тигрицы где-то всего 10% зрения. Глюкоза отлично ориентируется в своем вольере. Потеря зрения не мешает ей воспитывать детенышей. Но любая, даже незначительная смена обстановки сбивает ее с толку. Тигрице необходима операция, причем сразу на оба глаза. Мы планируем заменить хрусталик на левом глазу, при этом разрушив старый хрусталик, убрать вот эти вот все недостатки глаза. И как по консультациям с ветеринарами, офтальмологами, тигрица еще в течение 5-6 лет будет нормально существовать, нормально жить. Но при каждой операции, сами понимаете, бывают риски. Надеюсь, мы их избежим, и глюкоза будет видеть. Специалисты из Москвы согласились прооперировать тигра. Сама глюкоза к операции будет готова не раньше лета. А пока Ивановский зоопарк объявил сбор средств. На проведение операции слепой тигрицы требуется 250 тысяч рублей. Реквизиты для перечисления денег можно уточнить на сайте Ивановского зоопарка. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.